Всем доброго времени суток. Фух, жара. Еду я сейчас за блоком. Оставшийся блок надо купить. И плюс еще на верандочку. Вот такой узенький полублок купить. Посчитал 35 того, 25 того. Фух, ну жара сегодня, конечно, у нас стоит. Утро вроде так нормально было. Возможно, еще цемент надо будет купить. Это если по 600 рублей, блин, мешков 10, 6 тысяч. Да уж. Дороговато нынче строится. Ладно. Короче, поехал. Покажу потом. Что да почем расскажу. Так, загрузили мне 35 блоков. Прицеп аж на ок. Хотя 650 килограмм всего лишь. Ну, нормально. Короче, до этого я брал по 281. Сейчас здесь нашел блок по 208. Такого же. Но, кстати, получше качество. Мне сейчас даже открыли они упаковку. Там весь блок... размер, короче, так ничего не поломано, все четко сделано, ну, сделан, другая фирма. И заказал еще блок десятку, ну, это на этот, на верандочку. Но сразу не загрузили, сейчас обратно разгружу, вернусь. Еще мне загрузят блоки, потому что тяжеловато прицепываю. Ну, и цемент еще закинут. 5 мешков взял для начала, потому что я заливать буду не в один приход. Я не осилю в один приход это заливать. Так что потихоньку буду. Ух ты! Ух ты! Доченька! Тебе нравится? Только проснулась. Скажи, кто нас раскачает тут, да? Кто нас раскачает? Давай будем качать. И раз, два, раз, раз. Дамирочка у нас еще спит. Лерочка дома. Ох. А теперь красная, да, упаковка была зеленая, теперь. Блядь, блок. Ага. Вообще он идеально попилен. Не то, что там было, блин. Просто сплошное Г. Здесь смотри, он прям. И дешевле, да, ты говорил? Да, он дешевле на 80 рублей. И этот маленький получается, который поменьше. Тоже по 100 с чем-то рублей. А, это который нам, чтобы перегородку делать в ванной. Перегородки вот сюда. Но он все равно сыпется, видишь? Ну, это по сравнению с тем... Это просто... норма у него, наверное, просто. А? Просто это, наверное, нормально. Это да, но, по крайней мере, он целый, смотри. А там просто... ужас был какой-то. Ой, какие грани, четкие все. Да, сейчас я второй раз поеду, потому что этот прицеп он загрузил, прицеп... Ох, да, у тебя даже колеса, вон, видишь, какие стали. Сели, как-то прям сплюснулись. Смотри, он грех, сколько вот... все целые. Девятнадцать килограмм один блок весит. Ого, нелегкий.
Что, вторая партия прибыла? Вторая партия, да. Такой поменьше блочек. Поменьше этот раз взял? Поменьше. Это другой размер. Это на кухню, а это уже на... А этого хватит на кухне разве, Роша? Конечно. А там стенка прям высокая должна быть. Где? Где у нас проход был в кухню раньше. Не понял? Нет. Ну вот эта вот стена. Смотри, она какая. Большая. Это... Здесь же вот еще есть. Я же посчитал, какое основное количество. Да? А это вот... Это полублок, это туда ванны, да? Нет, не ванны, это вот сюда. А, вот, вот это сюда. Который не будет отапливаться. Да. Ага. А зачем его делать из другого материала? Ну, прикольно. Только такое. Кися. Катрин, а что до меня-то сейчас дошло-то? Не вступает, короче, дома. Они позвонили, мне сказали, что там у них это, как у него, ну, приехали. Я еще раз не понял, что там, кто там приехал? Они же говорили, что мы должны были приехать. Да. Я сегодня в шляпе. Как выяснилось, что работа медленно идет, потому что я был без шляпы. Все дело в шляпе. Шучу. Я здесь все засыпал отсевом. И сейчас у меня есть вот такая трамбовка ручная. Виброплиты у меня нету, но есть трамбовка. И я хочу сейчас все протрамбовать, но есть одно но. Мне не нравится, что здесь пыль. Скорее всего, я сейчас буду все промочу сначала, а потом буду трамбовать. Кстати, трамбовка это не моя. Вот, как бы, часто встречается в комментариях, пишут о кубанском менталитете. Что какие-то люди здесь не такие и тому подобное. Вот буквально соседи, да? Толком, можно сказать, нас еще не знают. Вот, увидели, что я таскаю, подошел, спросил, говорит, трамбовать будешь? Я говорю, да, а трамбовка есть? Я говорю, нету, будут ногами топтать или что-то думать. Он такой, сейчас принесу. Побежал, принес трамбовку. Вот. Везде как бы люди отзывчивые, помогают. Не знаю, кому там что как, но нам с людьми здесь везет. И я скажу, что сколько я встречал людей, здесь люди отличные. Да, видите, она сейчас надо все-таки промочить. Сейчас промочу и буду трамбовать. Затрамбую, потом отобью, посмотрю, где что еще подсыпать надо. Возможно, еще подсыплю. Может, она сейчас сядет. Хорошо проливать надо, чтобы она это села. Ты ее хочешь намочить и выравнивать таким, типа, как вот этим? Я трамбовать буду. Сейчас а потом ты заливать это все будешь? Да, два раза. Сначала и... черновой, потом теплоком прокладывается, а потом это... Ламинат, да? Да. Угу. Ну, теплоком водяной будет. Ну, да. А водяной теплоком лучше, Рушан, чем если он от газа горит? Ну это и есть водяной от газа, газ греет, да? Газ греет воду, да, и вода пошла. Это... Mm-hmm.
Все, затрамбовал. Сейчас еще раз пролью хорошенько водой, потому что должна просесть, потому что я трамбовал, но все равно должно еще немножко просесть. Потом пробью еще раз уровнем, чтобы примерно везде одинаковый слой был, чтобы не получалось так, что где-то больше, где-то меньше. Сейчас еще раз пролью, пока будет здесь уплотняться, высыхать, я разберу вот здесь, уберу пол, и ну, все перенесу, освобожу, уберу пол, и здесь оставшиеся засыплю, вот, чтобы, в принципе, разом все залить. Такие, короче, дела. Так, что, пошел еще раз проливать, и буду там разбирать. Вообще, чем лучше прольешь, тем лучше она утрамбуется, потому что снизу все равно там где-то и земля была, и песок, вот, мокрый, он плотнее садится, потому что плохо протрамбуешь, потом под бетоном, если сядет, ну, не есть хорошо. Ему как бы, по сути, ничего не будет, здесь машины въездить не будут, и она ниже вот этих кирпичей, на чем лаги лежали, она не сядет, конечно. Вот, но все же не есть хорошо. Армироваться будет, как бы, и сетка будет стоять. Треснет, не треснет. Будет как бетонная плита сверху лежать на этих кирпичах. Вот, но снизу не должно быть воздуха. Вот, сейчас хорошо пролью. И она немножко постоит, пока я другим займусь. Потом надо будет еще раз протянуть. Кстати, за сеткой надо съездить. Чего-чего сетки, блин, не взял. Лап, конечно, у меня сейчас какая-нибудь старая рябица. Было бы классно, натянул ее. Экономия хорошая, но у меня рябицы мало. Нашел. Я, короче, вскрыл машинку швейную. А там смотри, что. Это сорочка. Армейская, да? Ну, похоже. Ну да, есть то еще. Сорочка. Ты видишь в магазине? Смотри, штуки. Ты знаешь, что это такое? Пялится. Вот. Поэтому, чтобы не пялиться, на. На, это пялиться называется. Это вот так. Отдельный, вот. Это вот так вот. Да, тут ткань за... Да, вот. Да. У меня дома такие же. Хорошо, найди ты. Меняю на телефон. Нет. Там дороже. Здесь, смотри. Здесь... Вон, во-во-во. Новое. Там, смотри, глянь. Вот, все, брендовое. Это реально, это можно продать. ГОСТ. Так, какой год? 1816. А, розничная цена 19... Или 1300... 1930. Нет, 19 рублей. 19. Дата выпуска 13-85 года. О, когда я родилась. Хорошо. А джинсы что за это? Хочешь джинсы поменять? Глянь, смотри, нет, она все джинсы. Это четкая, новенькая. Капец. Это крановщика. Это костюм крановщика. Кажется, крана нарисован. Да, я по картинке понял. Прикольно, так что еще есть. Так, ну это портки. Портки. Дэн, смотри, первая джинса. Во. Настоящая джинса. Типа это не твои шорты, да? Мои шорты. Артура Пирожкова. Такие вот красавцы. Да, это что? Вот нарисовано. Ленинград, Варшавский СОВ. 1985 год. Все, 85 год. Что? Ляп. Сейчас, интересно, есть люди, кто нас смотрит, которые... Работали на этих предприятиях. Северная что? Пальмира? Северная Пальмира. Рок. Пальмира. 1975 год. Очень настоящий. Есть интересно, кто действительно работал на этих предприятиях в те времена? А что у вас что-то интересненького такого есть? У нас много чего интересного. Вот, допустим, здесь написано... А ты забрала там на втором этаже, хотела забрать циркуль и все такое? А то потом уйдет куда-то. Кого? Вот это решала? Циркуль, да, ей? Сейчас, черчульники. Ну, это не черчульник, это называется готовальня.
Ты что, неграмотная, что ли? Это годовально это называется. Палка-палка железная, так называется. Нет, вот это вот тебе ты вот это коробка сундучок хотела? Не, который там где-то черчу. Херня, чтоб чертить круги. Что ты сейчас сказала? Циркуль. Циркуль. Что ты сейчас сказала? Сейчас я камеру выключу, потом будете драться. Сейчас камеру выключу. Сейчас Валерий Гусман обсудит. Ну, короче, все, здесь больше ничего интересного нету. Круто ты попал. Обзор закончился тем, что кто-то получит. Лера, смотри, хорошая юбка. Тебе? Мадня, можешь носить? Ты, да. Денис! Да, там Рушанцева коллекция наделала. Туда-сюда. Как плохо, когда мало комнат, да? Почему мало? Ну, достаточно, что у нас весь второй этаж заставлен. Почти последняя комната осталась, где скрыт полы. Короче, сняли пол, и представляете, что я здесь нашел? Я нашел, нет, как сюда подводилось электричество. Вот, через землю заходит провод. Вот. Здесь какой-то алюминиевый провод непонятный. Но суть в том, что проводка в дом запитывалась
из-под пола. Интересно сделано, да? Потому что я поверху проводов нигде не видел. Мы сейчас кушать будем. Ага. Нам надо как-то что-то как-то сделать, чтобы мы все покушали. Может, манеж поставим один под навес туда? Ну, давай поставим кроватку, да? Да. Один поставим. Поставим. Смотри, видишь, как проводка заходила в дом? Из-под земли. Как бы я ее нашел, чтобы запитать? Никак. Значит, да? Никак. Да? Да, никак не нашел бы. Утю моя маленькая. Ай! Ладно, сейчас мы это оставшееся вынесем, и я вынесу. Все. Аккуратненько, чтобы так, что делаем? Сразу по мелким рубить или как? Дай потрогай. Блин, мясо попробуй. Горячее, правда. Я говорю, она, мне кажется, мы сейчас, если в морозилку положим, махана будет. Что делать? А почему она не влезет в тот маленький холодильник? Мы его поставим, одного индюка сюда, другой только разберем. А, разберем, он обветрится, да? Ну, в пакеты можно и туда. Какая сначала. Разница, она задохнется. Нет, в пакетах. Пакеты открытые. А почему она обветрится? У нас на улице в прошлый раз, ну, всю ночь, допустим, стояло мясо. Тогда прохладно было. Ну, я понял. Так, оно было целым индюком, а не в разобранном виде. Ну, тогда так на стекла его поставят, то он не раздавит его, мне кажется. Если в кастрюлю поставят, то он раздавит его. Ну давай я потом помою холодильник. А? Потом придется мыть холодильник, помою. Ну да, утром отвезем туда. Ну, сейчас оно. Побежит же оно. Там все заляпаем конкретно. Нет, оно куда побежит? Оно побежит в нижний контейнер максимум. Ну, все. Блин. Что делать? Надо маме позвонить, сказать, что это. Что мы не прям, мама в душ не может сходить, время того. Да, уже. Потому что она сейчас на горячую игру попадет, потому что. Ну вот это давай я поделю по частям, а того целиком сверху положу. Сколько он весит? Он весит примерно? Ну, это килограмм 8, наверное. Блин, комары же запарили. Хорошо, ты же говорил на видео, что комаров здесь нет. Ну, так это я же говорил, это его Катрина привезла. Мамуль, мясо горячее еще. Рушан разбирает, говорит, еще горячее. Мы просто если сейчас их по пакетам в морозилку, оно задохнется и все, хана мясо будет. Завтра утром можно привезти? Ночью мы спать будем, если Милана нам даст. А так это. Да я спрашиваю, что это, что сегодня не привезем, потому что оно горячее. Рушан сейчас сейчас Рушан разбирает, говорит, оно горячее еще. Ну, теплое. Не остыло сама тушка. Мы его в холодильнике, который у нас маленький холодильник, мы поставим, ну, положим туда, в холодильник его. Не в морозилку, а в холодильник. Куда вы пошли? Угу. Ага, ладно, давайте, мамулечка. Звоните еще. Ага. Угу. Хорошо, мамуль. У нас, короче, это. Да. Как Катрина приехала, мы это. Скоро будем килограмм под 100, наверное, весить. У нас там каждый вечер то шашлык, то вот мясо. Сейчас готовим мясо. По какому? Не по-французски же, правильно? Нет. Дай мне, пожалуйста. По-тушонски. Да, по-тушонски. Катрина здесь вон это раскуривает. Ну, в плане этот, от комаров. Вот. Здесь я, короче, мясо готовлю. Да. Я за повара, я вообще... Я люблю на костре готовить. Не, я к вам ходить не буду, потому что вы это. Денис, он пилотика дразнит. Я там. Тебе нормально? Ничего у тебя? Ничего не икается, он тебя гипнотизирует. Пилот, уйди, тебе это нельзя. Иди сюда, пилотик. Да. Пилотик. Иди сюда. Бежу. Все, короче, отдыхают. Я тебе потом сделаю такую.
Зону? Не, мы сейчас, короче, будем, это свинина, будем готовить ее с картошкой тушить здесь, перец, помидоры и все такое. Это такая вкуснятина. Как правило, мы едим это на ночь, чтобы спалось лучше. Денис, а как ты сейчас вот здесь вот на ночь, то что ешь, это нормально для тебя, да? Там? Спишь хорошо? Я всегда на ночь ем. Да? С пустым желудком я не могу спать, я да? Я работаю до двух ночи, когда мне есть. Я не могу спать на пустой желудок, да? В этом духе. Вот где вот это вот. Так, пошел лучок, сейчас будет аромат. Мясо будет намного вкуснее пахнуть. Сегодня готовлю не я. Точнее, готовлю я, но... Да. Готовили, короче, сегодня называется это блюдо «Дружба народов». Да. И Денис ножом мешал даже. О, как это вкусно, да? Да. Какая я молодец. Сейчас сюда еще пойдет домашний перчик и помидорки. Есть такой фильм, называется это «Решала». Так, что, закидываем? Да, а у нас сегодня фильм называется «Мешала». Я вот только стою здесь и мешаю, и все. Мешаешь всем, а закидывают они, а я только мешаю. Так что фильм называется сегодня «Мешала». Вот, пошли помидорки. Смотри, все домашнее. Ну скажи, все домашнее, помидоры, перцы. Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь? Тут говорит, все домашнее, помидоры, перцы. А давай. Мне зачем это говорить? Говори. Тут все домашнее, помидоры, перцы, мясо из Пятерочки, наверное, тоже домашнее. Ну, по-любому где-то она жила в каком-то доме. Ой. Какое же вкусное мясо приготовили. Красота. Катрин, давай. Твою лепту вноси. Да. Картошечка. Домашняя, да? Домашняя картошечка. Угу. Нарезали половиночками. Уже на своем огороде своровали. Да. Давай. Вот так, специально, чтобы хорошо проготовилось мясо. Давай. Все. И я, как говорится, опять мешаю. Да, я же мешала сегодня. Все, мешаю, да мешаю. А что делать? Ой, уже бульончик пошел. Так, Денис, мне кажется, дрова нужны будут, нет? Только не эти, потому что это игра долго гореть будет. Вон там, Денис, где мы сегодня доски разбирали. Ну. Там тоненькие были где-то такие реечки, которые можно поломать об колено и это. Надо? Давай, заливай, что делать. Уже все, я думаю. Моя тетечка, да? А? Моя тетечка. Да, твоя очередь. Я готов уступить тебе. Это ответственный, торжественный момент. Давай. Водичка. Водичка, да, из-под крана, кстати. Все. Мы же готовим это. Все, теперь ждем, пока. Сейчас она это закипит и потом посолим. Мясо солили.